Это все, что осталось от дома семьи Курицыных в селе Бурмасово под Угличем. Пожар лишил их крыши над головой, вещей, документов и хозяйства. В огне погиб теленок. О ночном кошмаре Курицыны вспоминают уже во временном жилище. Почувствовали, что пахнет чем-то полевым, резиной или чем-то таким. Вот стали искать их дома, а потом муж открыл дверь, там сразу хлынуло дым, пламя и все. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10 вечера. С огнем боролись до 3 утра. Пожар чуть не унес жизнь полуторагодовалой дочери Курицыных. Маша плохо была, она задыхалась, кашляла сильно, потому что ее последнюю вытащили. И там вообще в дому была, ее еле муж нашел в кроватке. Что еще кроватка у окна стояла. А если бы стояла где-то дальше, то, я не знаю, может быть, даже не вытащили. Семья уверена, что дело в проводке. Но пока причины возгорания выясняются. На время Курицыны с двумя детьми перебрались к родителям в соседнюю деревню. Семья просит о помощи. Особенно не хватает детских вещей. Юлия Пятнова, Николай Баранов. День в событиях. Угличский район.